По поручению председателя Следственного комитета России Нелидовским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета в связи с нападением собаки на ребенка возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 18 января малолетняя девочка двигалась в сторону школы по набережному переулку города Нелидово, где на нее набросилась собака. С полученным телесным повреждением ребенок был доставлен в больницу. В настоящее время жизни и здоровью малолетней ничего не угрожает. В рамках расследования уголовного дела следователям Следственного комитета осмотрено место происшествия, получены документы, регламентирующие деятельность государственного бюджетного учреждения «Ржевская станция по борьбе с болезнями животных», назначено проведение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшей. В ходе расследования действием бездействия должностных лиц Ржевской станции по борьбе с болезнями животных по исполнению своих обязанностей будет дана юридическая оценка. В Тверском линейном отделе на транспорте высадился студенческий десант. Всероссийская акция проходит ежегодно и приурочена она ко дню студента. В этом году гостями транспортных полицейских стали студенты юридического факультета Тверского колледжа имени Коняева. Ребята посетили дежурную часть, познакомились с работой автоматизированного рабочего места «Папилон», где дактилоскопируют всех лиц, доставляемых в дежурную часть, пообщались с председателем Совета ветеранов подразделения Вадимом Лепиловым. Студентам рассказали о возможности и правилах поступления в образовательные учреждения МВД России, а также пригласили учащихся на службу в транспортную полицию.